Врачи областной детской клинической больницы спасли жизнь ребенку, который отравился химическим веществом. На прошлой неделе малышу потребовалась срочная помощь врачей. У ребенка был диагностирован ожог ротоглотки. Целые сутки помощь мальчику медики оказывали в реанимации. К счастью, вовремя все в полном объеме было проведено, как диагностические мероприятия, так и лечебные мероприятия, что позволило стабилизировать состояние ребенка. И на следующие сутки ребенок был переведен уже в хирургическое отделение, где по настоящий момент продолжает проходить лечение. Медики отмечают, такие случаи не единичны. Детей привлекают яркие упаковки и необычный запах. Зачастую ребенок хочет попробовать это на вкус. Основной возраст детей, поступающих с химическими ожогами, от года до 3 лет. Врачи призывают родителей быть бдительнее и более тщательно прятать средства, которые могут быть потенциально опасными.